Жерар Юфера, помимо того, что много лет занимается фэшн-съемкой и фотожурналистикой, является также большим меломаном и любителем оперы и балета. В конце 90-х годов он начал свою работу над серией книг, посвященных крупнейшим оперным театрам мира. И его, в числе других звездных фотографов, пригласили делать фотосъемку для книги, посвященной реставрации Большого театра в 2011 году. И вот эти все навыки, это особое чувствование телесности, пост, мизансцены, мимики и пластики окружающих его людей, несомненно, помогают ему в работе над своими фотографиями. Взгляните на этот полный драматизма сюжет из Парижского Лувра. Это практически сцена из творчества режиссера Паоло Соррентино. Это практически библейский сюжет. Витальность, энергия настоящего, искренние эмоции. И на все это сверху взирает идеальная форма из тысячелетнего мрамора. И, конечно же, руки. Они говорят о многом.